В Чебоксарах в субботу открылся бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса Чувашского госпедуниверситета. Объект построен благодаря проекту партии «Единая Россия» 500 бассейнов. За эти 3 года в регионах при вузах появилось 26 водных комплексов. В конце этого года строительные работы должны закончиться еще на 14 объектов. Среди них и бассейн Чувашского педагогического университета. Стоимость бассейна оценивается в 132 миллиона рублей. Около 64 миллионов выделено из федерального бюджета, 39 из республиканского и почти 29 самим педагогическим университетом. Государственная политика направлена на создание благоприятной среды для того, чтобы наши жители, наше молодое поколение могли заниматься спортом. И все это, чтобы было доступно для вас. Физкультурно-оздоровительный комплекс хорош не только снаружи, но и изнутри. По проекту предусмотрено наличие просторных раздевалок, душевых, 4 современных тренажерных зала, актовый зал и 2 аудитории. Площадь здания более 2500 квадратных метров. Всего в бассейне 6 плавательных дорожек. Его цельнометаллическая чаша изготовлена из высококоллегированной нержавеющей стали. Поверхность покрыта специальным антискользким составом. А самое главное, в системе водоподготовки используется комбинированный метод водоочистки. Благодаря новшествам воду можно не менять в течение 3 месяцев. Вода в бассейне практически в час. Сколько раз она? Это самое. Понятно, 100, я посмотрю. 100 литров в час. 100 литров в час. Да. Насосы, значит, вот 2 насоса, они побережно работают. Перекачивают воду 100 литров. Ой, 100 литров, 100 кубов. 100 кубов. Да, 100 кубов в час. Глава республики Михаил Игнатьев прыгнул в бассейн вместе с пловцами, на себе испытал качество воды. Каждый вид спорта, он лучший вид спорта. Уникальный. Я так скажу, да. Светлана Ликимова, Андрей Шоклев, Республика.